Добрый день, видеообзор на Xiaomi Redmi 9T на 128, 4 на 128. Экран в отличном состоянии, носился в защитном стекле, защитное стекло сняли, так как было потресканное. Есть небольшие потертости по корпусу и, как видите, нет стеклышек на камерах. Собственно, поэтому 6000 рублей. В остальном телефон полностью исправен. Так, работа камер. Соответственно, из-за того, что нет стекла на камере, камера немного грязная. Вот особенно видно здесь и мутная. Ее нужно прочистить и поставить стеклышки. Фронтальная камера работает отлично. От Xiaomi аккаунта телефон отвязан. Xiaomi аккаунта нет. Остальные аккаунты тоже заброшены. Телефон сброшен до заводских настроек. 128 гигабайт оперативной памяти, внутренней памяти, 4 гигабайта оперативной памяти плюс 2 гигабайта ускорения. Wi-Fi сети телефон видит. Соответственно, Wi-Fi модуль рабочий. Также рабочий Bluetooth модуль, так как он, в принципе, один на Wi-Fi и на Bluetooth. Динамик работает отлично. Разговорный динамик немножко засорен, но на работоспособность не влияет абсолютно. Работает отлично. Приятного просмотра.